Вторую пачку согрели. Забери командира. Добыл я. Я очень извиняюсь. Дайте мне ГП. Я что-то не увидел, меня откинуло не туда. Там лучше встать выбирать, потому что долго будет. Играйте командиров двоих, там трэш под берсвой. Юпи, у тебя ретрик есть? Ой, Лен, 60 кал, командира. А нахуй вы всех агбите, я чуть не больно. Это я немножко ебанулся. Очень интересно. А, это ты сагрил, что ли? Ну, по-моему. Да я смотрю, хиллбот Animal Jazz не достой. Думал, он в той стороне побежал хилить. А меня еще и откинуло немножко. Я заметил, да, там монстры? Ты электрики гачишь по клавиатуре. Ну вот буква, потому что. Ну я. Отводи, отводи, отвлекай. Жирен, ты тут. Понимаю людей, которые умерли смертью храбрых. Уже все это оставить. Уже все это оставить. Длинное ухо. Длинное ухо, да? Что там Слава, что бафал же каски кулаки там. Сидит по ответу кулак. Ты откуда знаешь, уже мне в ПМ написал. Так, а я ничего не могу. Потому что кулак на ней висит. Или кулаки, это я разбафал, каски бафают. Да, кулаки, ты чё? А, каски написал, да, потом написал. Ну ладно, каски сейчас. Перебафы, каски бафы. Да ладно же, кулаки бафы. Ладно, так.
у него таунт. Нет, вор плачет. Джерил, заходи на второй раз. Это ж третий. Ну, это... Я имею в виду на вторую сегодня. Да еще будет, да? Ну да, у нас в Рейде собрались хорошие люди. Кушайте рыбу. Рыбка стоит. И шкаф на ней стоит. Блин, я случайно, но я уже не могла отойти. Там еще одна рыбка есть. Офигеть. Все здесь уже, даю лапу. Чек. Да, этого достаточно для пула. Так, Альпич, что тебе напомнить, как танчить в свету? Лак по роге. Так, насколько я знаю, захват рун агрит мелких на БДК, верно? Все кроме незыблемости. Все кроме незыблемости. Обычно от дефи можно до... Ну, до голема большого призвать нормально, тогда все будет, что хочешь. Кроме хилки. Удар смерти. Как насчет этого? Угу. Да, танчил. Уже хилиться от него, конечно, агрель будет. Ты за, не знаю, за секунду до появления метеора можешь там прожаться, отхилиться. Или когда лужа разливается, когда лужа разливается, мобов еще нету. Вот я вот так делал. Единственная проблема была для меня — это набрать огромное големе, потому что у меня нет ломана, я не слежу за этим. Ну я свету никогда не хилился ударами, только чисто хилами и руной. Ну, можно просто одну кнопку жать. Трикос, ну ладно, трикос босса, Альпич, первая копия, не молжа струю. Дайте лень кулак, роги кулак. Запускай босса. Цирк приехал. Ну, минута пришла с убийства босса. Ладно, чтоб не повернулся. Так, Белатор, ты в РК уже? Моя задача будет стакать раскол на боссе на каждой из фазе. Не забывать его обновлять. Ты понял? Вот. И когда закончится первая фаза, появится портал, ты подойдешь к БДК, который танчит големов, крикнешь ему на ХП. Даже прокачан символ талант на крик командирский. Это было 4 минуты. Нет. Это плохо. Ты чаешь тогда? Тогда кто-то другой крикнет баш, например. А ты просто вкачаешь в следующий раз. Блин, на выхе ты в свету будешь хилить. Да эти копии нету, да? Ты зачем оно надо? Точнее, второе. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Блять, нечаянный сервис я дал.
А Гроуша будет. Но до сих пор она не подвергалась такому штурму. Дорогие драконы явились из них. Мы драконы. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь. И запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была сладкая милиция. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сущего. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! Так, Тимо диспелит примитив с первой фазы хилы диспелит. Я подиспелю все это. Хорошо. Еще варкак-то на какой спикроли так матанчит свет. Теркос Тимо. Первая пати во тьме дамажит, остальные выходят свет дамажит. Вторая пати, соответственно, добивать големов. На пол. А кто где хилит? Подожди полминуты. Да, я читал паспорт кила. Кто бафает кулак? Паладин, бафните по себе, пожалуйста. Бафни ты тоже кулак. Почему они ничего не бафала? Я себе уже бафнула монарик. Ну, монарик бафает. Коли паладин, потому что у него он... Попросила кулак. Мафни на себя кулак, а Холли Пал кинет крест. Стол. Чё там, чек? Подожди секунду. Во тьме Гаргот хилит. Ну, Альпиш, ты на перефазе големов танчишь. Возьмите камни. Да не, у меня нету фласок тут. У кого-то есть фласка на хп? Стой! Аня, кто тут? Каргот хилит, серьезно? Да, готов. А кто свет тьма? Я прослушала. А ты кто? Третья пати. Зачем тебе это знать? Трессия тьму танчит, Акма свет. Я готов, ты чё? Готов умирать, да? Я понял. Да. Примитив что-то. Нет. Всё, запускай босса. Go.
помощь, метка. Передаю привет варам, которые не стакают раскол. Жаль, метил. Принимаю привет. Мувал Белатором, застакайте раскол. Застакайте раскол. Так, мы выносим метку. А, диспельте его. Ну, Акмак, ты лучше пробеги через огонь, ничего страшного не будет. Можешь... Спиной же можно поворачиваться к этому голему, он же магией бьет. Метеор, бежали. Что это патти остается на два големов, вары кричат на хп ОТ. Ну давайте упадем. Частица была. Там, может, не доставали. Не доставали. Там доставали, это таунт был или что? Ну, в конце, да. Подведи ближе мобов к рейду, прожимая незыблемость, все прожимая, когда тебя станет хвостом босс. На тебе два голема. Ух, имели его не хилили. Да, там 5 хилов в рейде, как бы, ну, я всегда хилю за эльдру, за хули креста. Ну, он, да. Не доставали, он не переходил. Он далеко находился. С той стороны и так, не переходил. Так когда перебегаешь, кидаешь на него ход. Ты чё, блядь, сложно шаманам кинуть пару волн, когда на перебежке? Да, могли подойти к нему, например. А, подойти к нему, не судьба, подхили. С тобой висит. Идем, выйдем. Блять, я подходил, там все равно не доставалось, я под самый хвост даже подошел. Он просто остался на той стороне стоять, если подели пополам. Ну он тоже неправильно, надо перебегать. Контрольный свет. Не знаю, чего боя висит. Давайте снаружи туда забафаемся. Хоть на это я захожу спокойно. Может кто-то диван кинул, когда умирал? Блин, ну ты реально какой-то. Сходим, сходим, сходим. Ну ты ничего не падай, просто забафаемся. Здесь. А, Альфич понял, что делать, да? Угу. Там рыба слева стоит, вот эти квадрата. Встала собака на квадрате. Ламура, отойди чуть. Да, я вообще не, это, не диспейлили. Ну, а теперь боя нет. Захватывай. Дайте вот дальше. 7 по 5 дайте. Тут еще рыба стоит. МКакин. Ваня, готов? Да, готов. Заходим за линию, запуская босса. Босс, отходим, метеор скоро. Белатор отходил от босса, когда тебе говорят. Бежали. Давайте смотрим уже. Ну вот и тоже лучше, правильно. Это так и надо танчить на таком расстоянии. Метка сейчас с метеором, кральчик метка. Прямо чуть подальше отходим перед метеором.
побежали. Мы уже нормально бьем Хариона. А нет, это уже плохо. Но здесь метка. Леон, играем. В босса-то бейте хотя бы. 13 секунд. 15, 10. 8. База пошла без твоей метки. Заходи сразу. 4-й пати, бьем кружок. Заходим во тьму. Лепец бей взрывом разума. Еще дальше. Стартик, когда зайти. Глуфа метка. Акма, тебе скажут, там 51%. Кинешь лужу под портал. Притяжку, там кровать, вот. Конечно, дальше груза. Пейл, заливай Иннер Гарготу. Ваш метка лезвие. Длани. Прожмешь? Нету длани и на варе. Не было длани. Очень плохо. А, да, это моя была. Минухи, назад метка. Скоро третья фаза. Так, лезвие. Так, фаза пошла третья. Розетта, выноси метку, остальные выходим в портал в свет. Давайте встали в квадрат, отверни чуть от рейда босса, ладно? Ладно, еще. Давайте рост. Фейл метку назад. Баш метка. Куда вы вынесли, ебать? Бежали ничего. Залили. Фейл, ты неправильно вынес метку. Из-за тебя вайпнулся челик. Во тьме дали рост. Смотрим лужи. Большого голема все играем. Все большого голема. Кто так достает? Ты сама себя диспелила? Растет. Растет, ё-моё. Да падаем уже. Кто сейчас диспелил? Я. Так не диспель так никогда. Ты видишь, когда? Этот кинула. Они все вайпнулись из-за тебя. Фейл, метку назад надо выносить. Не туда, куда ты её нёс. Понял это или нет? Поворот на 180 градусов и выносишь назад, а не лево-право. Понял? Хорошо, что понял. А чё Теркос во тьме умер? Не хилит, потому что. Чё там по деталям смерти? Вот, короче, хуй знает. Я вот сейчас листаю, вижу только, ну вот, хил такой левый. Цепохи какие-то по мне проходят, хуй знает. Заебался прожиматься, кто тьму хилит? Братан твой. Там братан не играет. 5 секунды до смерти, до 8, а не там с нулевой, до 5, допустим. Если можно Леноухова Валема. Хорвота свет. Я не вижу, а я возьми буду. Исцеление вообще. Купалом. Да, аккаунт открой. Ну давай так. Ты в хила, Ленухи, Елем во тьме. А нет, подожди. Горгот есть или? Нет.
это шило на мыло. Варгоджиш во тьме хилит. Или ты хочешь... Не, он так его светлым похилит, тогда с этим с хапалом там легче хилить. Ну, давай попробуем. Я не знаю, всегда хожу, всегда все отхиливается. Потому ты что, ломали, кидаешь, кто вместо тебя будет хилить, я не могу Кто понять. Ты кидаешь, слушай, открой аккаунт, что ты гонишь, там все так есть. Вот посмотри, последних 10 секунд ты меня волной не хилил. Ты только одну линкнул сейчас. Ты нормально ходил, наверное, потому что там был какой-то палитра или войд, или что-то в этом роде. Лапу. В смысле, блядь, я прожимался, пиздец, там все прожал. Лапу дайте. Ты метку диспелишь в рейде. Там шамана от тебя прямо по дыханию Халёна, он умер. Да, тоже. Надо выносить до стены и диспелить уже. Юпи, ты хил там как обычно, свет там нормально все. Все, начинай. Кулак по ДК дайте. Бежали. Тоже в рейде. Квадрат не шевелился вообще. Повезло, да? Ладно, сейчас вынесу. Боже мой. Калёна бьём. Так, отошли от время босса, раз этого на семи кожу, прижми спринты. Лежали метеор. Пейл, подымай Розетту. Вставай сразу. Белотор, выноси метку назад. Алена, играем. Крик на хп для БДК сейчас. Я дам потом. Сейчас будет метка. Аргот, метка. Выходи сразу. Рейд зашли. Большого голема играем. Ты опять не бьешь взрывом разума? Сорян. Ну и каждый трай должен нам это напоминать. Да я раньше бил, забываю. Пол. Выносите метку назад. Скажите, когда заходить. Заходи. Давайте заходим. Приветка, выноси. Сейчас будет метка с метеором, внимательно. Фридом, Вань. Я на туре. Шлаф, ты защитой туда ест. Ждем лезвие. Пропускаем. Лезвие рядом с тучкой. Это служит, короче. Так, фейл, иннер, Гарготу. Гаргота уже 30% маны почему-то. Должно быть 80. Не экономит ману. Плохо. Магинка. Не забываем. Так, ждем метку. Потом выходим в портал. Линухи, выноси метку. Если держишься во тьме линухи. Выходим в свет. С линухова тоже диспелем это или... Сальли в квадрат. Наргот, выходи в свет. Наргот, выходи в свет. Наргот, ты тут? Давай, рост, Наргот.
И очень быстрый. Метеор, побежали. Далеко бежим, главные лужи. Смотрим, потом играем большого голема. Во тьме дали рост. Смотрим лужи. Лужи развиваются в рейд. Отошли от лужи, как всегда. Метка, играем большого голема. Хильти, как всегда. Хильти протопал и БДК. Играйте всех големов, трэш, холёна не бить. Играем только голема. Мелкий трэш. Фьера выноси метку. Так, холёна играем. От фрейма немного отошли, сейчас будет метеор. Побежали метеор. Холёном сито опять не бьем. Не бьем ситу, лужа в рейде, давай сакру. ВФ выноси метку, прижми незыблемость. Большого голема все сыграли. Все большого голема играем. Так, Альверка, давай гим на ману. Гаргот, ставь тотем перелива на ману. ВФ опять метка, антимагию прожимай, незыблемость. Спел его. Анимал Джа, скинешь каплю на Акма, сейчас будет метеор, побежим. Побежали. Ну да... Понял. Уже не важно. Лужа в рейде, отошли, сакру дали, мастера, филипец выноси метку. Большого голема играем. Все в большого голема играем. Оливерка, бей большого голема. Смартил, бей большого голема. Холёна, не бьем в свету. Филипец, давай гимн на ману. Сакру, давай. Оливерка, гимн отхил, давай. И холипал выносит метку. Халипала, хиль, Гаргот. Бабл прожми, побежали. Побежали, метеор. Смотрим лужи. Акма хилим. Какая классная лужа во тьме. Там живы. Большого голема забери, мелкий трэш отведи далеко. Филипец, два гимна отхил. Отводи мелкий трэш. Отводи еще дальше. Юпи, вставай. Филипец, гимн на ману. Я давал уже на прошлом. Альверка, гимн на ману. Добили большого голема, потом играем мелкий трэш. Юпи опять метка. Сука, Акма, прожмись. Некому хилить. Хиль сейчас Юпи. Побежали метеор. Вот это нам не повезло, жесть. Не знаю. Так, пробуем так. Николабик, выноси метку. Фэл, есть еще БР? Нету. Куда он пошел? Падает. Все? Да. А кто там трэш откинул? Это как произошло? Почему он откинулся? Метку диспелили, меня откинули. А какой у тебя ник? Попал. Сам себя диспелил? Нет. Кто-то выносил метку. Диспелили, я рядом оказался. Кто это диспелил так криво? Наверное, это ВФ выносил метку, да? Кто сейчас говорил? С ВВ я не спорю. Ну, трэш откинуло с протопалом. Кто-то ты диспелил? Ну, первую я рановато диспелил, но тогда не было трэша. Вторую я нормально диспелил. Чё трэш откинуло? Он два раза на ВВ был. Там вроде маг последний выносил метку. Трэша тогда, я не знаю, вроде все нормально было, когда ВВ это выносил. Подождите, там мне начинать пока.
Можно меня забафать? Давайте мафы. Майни, готов? Да, готов. Выходим за линию. Ты потом пообщаетесь, начинай. Начинать, не? Да, начинай. Охренеть, облик забыл сменить. Это время метеор убежали. Давайте Халиона бьем. Ральчик метка. Так, микролабит метка. Бежали метеор. Мы уже в рейде. Отходим. Давай так ранен ужас. Ральчик метка. Давай, заходи сразу, рейд заходим, бьем кружочек. Кто зашел? Рана зашла. Понял, сколько БР на КД? Розетта, будешь свет выходить с нами, подымать фера и по команде заходить во тьму потом. Но только после первого метеора. Карте когда зайти? Аргот метка. Заходи. Шли. Так. Фейл иннер. Аргот. Будет метка с лезвиями. Лень, метка. Пятьдесят семь. Ну, ты рано сказала. Мне нету длани. Ты зачем? 52. Чего длани кидаете? Да вроде бы прошла. Квадрика нет уже одного. Так я же кидаю свой дом. Сейчас моя, по идее. Была. Так, башня. Мазета, выходи с нами. В центре стоит Фьера, сразу поднимаешь. Стоишь. Диспельте во тьме баша. Фьера вставает, даем баф по Фьера. Мазета, после метеора первого войдешь во тьму. Скажем, когда зайти. Рост в свету. Так, отошли от фрейма, сейчас будет метеор. Бежали метеор. Заходи там. Розет, можешь заходить. Присвоз заходи. Смотрим лужи. Большого голема все сыграли сейчас. Все большого голема. Розет, заходи быстрее.
Большого голема все играем. Алена, сету не бить. Лень, выноси метку. Алена, значит, будет метеор. Любую дайте. Побежали. Сейчас я вижу, давай. Сейчас я распределение длани. Лужа в рейде, отошли. Опять находит пару. Филипец гимн отхил, давай. Че, говоришь, не давать? Не, я бабу прожму. Че, ну, постою, пока стою. Справляется здесь. Падаем. Нужно поменять Юпи и меня. Ну давай сделаем так. Если Холипал выносит метку, это. Ну это жопа. А Юми там просто там меня застанило прямо по пузу, бежал хвостом, почему-то застанило, не понимаю почему. Да прибегал. Ну просто неправильно занял позицию, поэтому мы вайпнулись. Дадите мамонта. Да, дадим. Может там Пьера почему подправить длину ухого свет? Ты же зато побьет вроде. Пьера Ретрик. Да. Просто у вас не будет во тьме. Ну, нет, ты. Агрить. Длину ухого свет. Че? Ну, так как Горгот хилит, это лучше, блять, уже не знаю. Лара пускай хилит меня. Ты знаешь, ли, на ухе хилит, что-то как-то не падают, и хилишь падают. Так, Юпи, будешь хилить ему? Что ты знаешь, как хилить ему? Не молчас, прессайся. Уже давно. Что? Ты... Но уже рискнулся. Да, тьму убиты. Ты мертвый показывай. Вообще не в рейде. У кого забагалось? Странно, у меня два анимал джаса в рейде. Да, у меня тоже. У меня же губу вроде бы. Понимал джаст в рейде уже? Нет. В инсте? Заходи в инст. А как я зайду, если я не в рейде? Давай еще раз. Пусть релогнится. Давай релогнится. Чекин два попала, будут тончить вместо одного. А вот он здесь уже. Давай попробуем Юпи во тьме, Ваня, точняк, Горгот в свету. Уравняем шансы света. Чек. А можно лапу еще? Так, Юпи, твой второй фридом. Дайте каску. Резня там бафы, бафы, лапу. Давайте, у нас еще есть две попытки, чтобы потом собрать еще одну раз. Дайте Animal Jazz, приста баф и каску. А, приста баф, сейчас, секунду. Мама, готова. Нормально? И заходим за линию, начинаем. Жаль. Боже, в рейде.
значит, метка. Мелкие на БДК. Летали на мне. Войт холи, а ты не. Выфаем, наноси метку. Так, убежали. Розетта, у тебя сколько КД? Угу. Алион, играемся. Розетта метка. Сам сядет теперь. Заходи сразу БДК, только после него заходит. Я сказал, что он заходит. Вторую кидает. Алло, алло. Агро? Что там? Нормально. Агро. Мой сейчас время. Вставай, ВФ. Кас, кулак на ВФ дашь, пристав и лап. Animal Jazz каску на ДК. Заходить? Пошли. Заходим. Давайте все на Регарготу, сейчас будет метка с метеором. Ламру, а метка, жди, подожди, ничего не делай, подожди лезвие, теперь выноси. Ну, стена здесь пойдет плохо. Как всегда. Пятьдесят четыре. 54. Идем в лезвие. Первый, вынести метку. Сейчас и фаза будет. Пошли, выходим в свет. Рост свет, рост. Белатор, выноси назад метку. Animal Jazz назад метку. Вот так выноси метка в свету. Так, убежали метеор. Во тьме дали рост. Лужа в рейде, отошли от лужи. Играем большого голема. Все в большого голема сыграли. Свет бьем только трэш. Имитив метка. Пьера, выноси метку. Встали квадратик. Микролабик, снегру. Микролабик, побей мелкий трэш пока. Все, начинаем бить Халиона. Побежали метеор. Смотрим за лужами, бьем большого голема. 60%. Пропусти, пропусти. Инухи метка, микролабик, выноси метку. Все большого голема сыграли 60%. Быстрее большого голема. Мастуха. Инухи, встанешь? Да, встану. Сейчас тут лужа попадет и встану. После метеора. Сейчас не вставать, после метеора, как кинется метеор. Розетта, выноси метку. Пейл, выноси метку большого Халиона, теперь играем, трэш добиваем. Ману шаману просит. Ну все вижу, не надо нас озвучивать. Побежали, метеор. Ну, достаточно маны еще. Сейчас вставай. Скажите, когда зайти в себе во тьму. Иди, заходи, микролабик, выноси метку. Так, Филиппец, давай гимн на ману, ставь тотем.
Алена, в святую не берем, добиваем большого глема и трэш. Лень, выноси метку. Диспелю. Короче, я диспелю. Уже. На танке метеор, поворачивай на рейд. Смещайтесь, квадрат, юпи, выноси метку. Танк во тьме, прожимайся. Сакру, давай в свету. Да, да. Хитли танк. Фейл, подымай. Юпи, справа от тебя. Скажите, когда зайти во тьму? Сейчас. Заходи, Юпи, во тьму быстро. Точняк, выноси метку. Оливерка, гимна отхил. Каплю на БДК. Жени, заходи. Так, встали в квадратик. Побежали, метеор. Капельку на БДК, если не давал еще. Баш, выноси метку. Последний трэш. Играем в последний трэш и все. Большого голема играем. ВФ, так, выноси метку. Большого голема играем. Ничего, прожать. Отводи трэш мелкий. Отводи дальше. Все. Не знаю, потерпи. Юпи, выноси метку. Потерпи еще пару секунд. Бабл нажми. Так, отошли от фрейма. Сейчас будем добивать. Побежали метеор. Все, добиваем босс теперь. Уходим с лыжи, добиваем. Фух. Ага. Опа, моя чешечка упала наконец-таки. Можешь мне ее смело давать. Будет вторая РС. Олег. Вторая РС будет? Да. Заходи на ЕП, смарт-килл. Я уже... Я в ханту давай. Ты получал ЕП на ханта? Да? Да? Сейчас, тогда. Последняя шмотка. Тишине еще бы забрать. Эти наручи на хулипала идут, скажите? Нет. Да. Ролю, если никому не надо. Animal Jazz. На main Animal Jazz. Не, я на off тоже. Юпи. Да, я. А Юпи на main? А, Юпи же на main. Надо? Лайман, на этого персонажа получал или поймал? Нет. Вроде бы нет. Я не помню. Ну ладно. Отнимем ЕП. Ну, в эту неделю я чекаю, так что представь, кто будет на ебок. Буду кидать по пятихаточке, я предупреждаю. Уже не просто отнимание ЕП, а по пятихатке. ГПшки. Пятихатка, это 500? Да. Чуть мало. Ты каждую неделю кого-то находишь, да? Ну, почти каждую неделю я нахожу людей, которые на него бывают. Что это вот одни и те же там 5 человек или какие-то вот разные меняются? Нет, почему? Меняются люди. Были некоторые одни и те же, но я им писал в ПМ, и после этого они переставали, сколько не страдать.